Рады, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 250-й серии турецкого сериала «Клятва» и вспомним об анонсе прошлой серии. 250-я серия выйдет на экраны Турции 11 сентября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. Вы не забывайте подписаться и написать нам комментарий. Ранее в сериале «Клятва» мы увидели, как Хикмет разыграет свой последний козырь, оставив Эмира наедине с ребенком. Эмир, который не может взять сына на руки, даже несмотря на то, что видит, что тот плачет и не перестает, неожиданным образом противостоит этой ситуации. В конце концов, Хикмет, увидевший, что его последний шаг не сработал, сдается. Что в этот раз скажет Хикмет, когда Эмир скажет, что раз тот понял, что его старания бесполезны, ребенок должен уйти из дома. Большая игра Кумру подвела ее мать к краю смерти. Нарин, которая из Акемали пришла в отель, переживет шок, увидев перед собой мать, которая еще чуть-чуть и умрет. Спасет ли Нарин мать, отложив все чувства в сторону? Нравится сериал? Нажимай на колокольчик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 250-я серия выйдет на экраны уже 11 сентября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.